Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Игорь, мы сейчас находимся с вами в тюнинг-центре ProTuning на улице Российская, 313. Сегодня у нас есть очень интересная тема, это системы электронных выхлопов. Кто-то, может быть, не знает, что это такое, кто-то слышал про это, и хочется поподробнее рассказать, из чего они состоят, зачем нужны, с чем их используют. И поехали, я вам все сегодня объясню и все расскажу. Ну, во-первых, что такое активный выхлоп? В нашем случае мы сегодня будем говорить про EngineVox. Это система из динамиков, которая устанавливается на автомобиль, на котором изначально просто не было хорошего такого породистого классного звука. Вот, допустим, как на этом BMW X6, на котором мы проделали большое количество работ. Вы можете ознакомиться с роликом по всплывшей подсказке сейчас в углу. Действительно достойная машина, наша, так сказать, визитная карточка, уже второй автомобиль такой делаем, поэтому переходите и смотрите. Возвращаемся к системам. То есть изначально у нас имеется автомобиль, который никак не звучит, как этот X6, он еще вдобавок ко всему дизельный. Дизель у нас, как вы знаете, в принципе не может хорошо звучать, прям рычать, как бензиновый двигатель, как выхлоп у него, который установлен. Поэтому ставится вот такая вот система, которая обеспечивает действительно классный такой басовый, громкий звук автомобиля. Это на самом деле так. Ну, сразу скажу, что в этом обзоре все, что вы услышите про выхлоп, именно в плане звука, его звучания, самого выхлопа, камера полностью не передает. Вживую, я вам так скажу, слышно прям издалека его, и отстрелы на самом деле очень натуральные. И вообще, в принципе, EngineVox — это в мире одна из самых лучших систем активного выхлопа. Поэтому звук точно вас не оставит равнодушным. Но для понимания мы здесь расложили частично комплект этого выхлопа активного, чтобы рассмотреть, из чего оно все состоит. Вот у нас, во-первых, идет блок динамиков. Это, сразу скажу, не полный комплект, и на все автомобили он немного отличается. А именно в чем? Здесь у нас установлено два динамика среднечастотных. В принципе, система бывает разные комплектности. Минимальный комплект у нас начинается от двух вот таких вот блоков. То есть у нас идет четыре динамика, либо это будет цельная такая установка в одном едином корпусе с четырьмя динамиками. Следующая у нас идет версия, это, ну, первая у нас называется Stage 1, вторая у нас идет Stage 1 Plus, там у нас идет 4 динамика среднечастотных и плюс 2 динамика еще добавляется высокочастотных. Ну, как в акустике автомобиля хорошая. Допустим, у нас есть серединка, которая играет основной вот именно диапазон по музыке, есть высокочастотные динамики, которые отыгрывают самые верха, из-за этого получается более натуральный и качественный звук, ну и вследствие более громкий. Следующая система у нас идет более прозрительная, это Stage 2, там добавляется еще 2 среднечастотных динамика, либо сабвуфер, все зависит от машины, от ее компоновки и так далее. И самая максимальная версия, которая громче всех звучит, и самая правдоподобная по звучанию, по громкости и так далее, это Stage 3. Там добавляется еще 2 среднечастотных динамика, то есть у нас в общей сумме получается целых 8 динамиков среднечастотных и еще плюс 2 высокочастотных. То есть, я думаю, понимаете, что такое такое количество мощных динамиков, которые установлены в вашей машине, которые будут издавать звук. Я думаю, абсолютно любой, кто будет слышать эту систему, даже не заподозрит, что там что-то стоит, что-то другое. Но я так скажу, по собственному опыту, даже Stage 1 Plus, то есть 6 динамиков, из которых 2 высокочастотных, звучание на самом деле прям очень-очень классное. Переходим далее. У нас здесь стоит блок управления всеми этими динамиками, то есть это, грубо говоря, мозги всей системы EngineVox. Ну, по-простому, если говорить, то это усилители звука. И далее у нас идет система кронштейнов, просто на примере вам их показать. Это уникальные кронштейны, опять же, под каждую машину они идут свои, потому что везде у нас крепления различаются. Самое основное, почему это идет всегда разное, потому что EngineVox ставится штатно на автомобиле, то есть не нужно ничего там вырезать, выпиливать, работать сваркой, болгаркой и так далее. Все ставится в штатные места. Это самый главный плюс при установке на новый автомобиль. Ну и одно из самых главных вещей, которое обеспечивает реалистичность звука этих систем, является то, что все звуки, которые имеются у нас в блоке управления, потому что их там на самом деле большое количество, записываются вживую с машины. То есть тут на самом деле полностью уникальная разработка от процесса записи звука в систему и уже дальнейшего проектирования под конкретный автомобиль. И самое главное, если вы сомневаетесь, как это будет звучать, ну, понятное дело, что на видео точно не передать, как я это и говорил, настоящее звучание этой системы, в нашем офисе на улице Российская, 313, есть демо-стенд. Прям вот такая вот педаль, на которую можно нажать и послушать уже прям вживую, как это будет звучать на самом деле.
Ну и последний нюанс про индивидуальную разработку – это место установки выхлопа в автомобиле. Вот, допустим, X6 по заводу, у него выхлоп выходит назад. В принципе, наверное, у 99% автомобилей выхлоп выходит в задний бампер. И сама система ставится так, то есть снимается у нас задний бампер, и под усилитель, под швеллер ставится как раз таки тот самый блок динамиков, чтобы у нас выхлоп правдоподобно выходил в заднюю часть. Если, например, это будет Гелендваген, у которого уже третьей версии выхлоп расходится в стороны, влево и вправо, система будет ставиться на днище так, чтобы у нас выхлоп расходился в боковые части автомобиля. То есть, если вы встанете сзади машины, вы будете слышать, что прямо за углом, там вот сбоку автомобиля идет выхлоп. Тоже очень классно, и опять же, ни у кого вопросов точно не возникнет по поводу этой системы активного выхлопа, потому что звук будет точно на уровне и самый качественный. Ну и следующее, про что стоит упомянуть, это управление системой. Если вдруг вы ранее слышали про другие системы активного выхлопа, либо доработанные системы выхлопа, где-то у нас используется приложение для выбора звука, регулировки, настройки и так далее. В системах конкретно прям выхлопа автомобилей у нас имеются пульты для открытия заслонок. Здесь же абсолютно никаких пультов, никаких приложений нет. Все управляется со штатных органов управления автомобиля, на котором будет установлена система. Вообще, в принципе, что можно с ней сделать? Во-первых, это можно настроить пресеты под каждый режим езды. То есть на, допустим, спорте вы можете сделать так, что у вас машина будет прям самая громкая, ну, уровень выхлопа самый громкий, на комфорте средний, на Eco Pro он будет выключен. Либо под себя настроить, в спорте тихий, в комфорте громкий и так далее. Можно переключать звуки разные, то есть выбирать, допустим, звучание Lamborghini Urus, либо Chevrolet Corvette. Ну, в общем, большое количество звуков у Engine Vox'а есть, их можно тоже, собственно, менять. И регулировать громкость. Вот на примере этой машины, как это делать, как я и говорил, с помощью выбора режимов езды мы выбираем уже настроенный пресет, который, кстати, сохраняется даже после того, как вы заглушили машину, то есть у нас ничего не сбивается, настройки всегда остаются теми же самыми. Спорт, у нас один выбор уровня громкости, комфорт сделан здесь уже чуть потише, и Eco Pro в данном автомобиле, это значит полное выключение выхлопа. То есть, допустим, если вы едете в дальнюю дорогу, устали от постоянного гула этого выхлопа, либо едете с детьми, едете ночью во дворе где-нибудь жилого дома, просто выключаете его, и машина становится абсолютно тихой, ну, то есть штатный звук выхлопа у вас появляется. Тоже, опять же, кстати, еще один плюс, потому что можно его выключать и ездить комфортно, и никому не мешать. Следующее – это регулировка уровня громкости. В BMW, ну, кстати, во многих моделях, на которые имеется Engine Vox, если не ошибаюсь, даже вроде бы на всех, это делается с помощью четырехкратного нажатия кнопки отключения стабилизации. То есть вы 4 раза ее нажали, громкость увеличилась. Еще раз 4 раза нажали, она еще увеличилась. То есть все это делать можно под себя. Тоже переживать не стоит абсолютно, потому что все-таки инженеры в Engine Vox работают с огромным опытом. И то есть, почему на 4-кратное нажатие? При 4-кратном нажатии у вас остается выбранный режим стабилизации. То есть если она была выключена, вы 4 раза нажали, она у вас в конце будет выключена. Не будет такого, что вам нужно будет еще раз там дополнительно нажимать. Это все делается под каждый конкретный автомобиль. Где-то будет чуть по-другому. Но при покупке и установке системы всегда прилагается брошюра специальная, в которой написана краткая инструкция, как управлять выхлопом. Поэтому даже если вы, допустим, настроили выхлоп под себя, катаетесь там полгода, год-два и так далее, забыли просто, как оно настраивается, не трогали все это время, просто открываете брошюрку, смотрите и все делаете еще раз под себя. В общем, очень удобно, очень продумано, это самое главное преимущество Engine Vox. Ну и для заказа системы активного выхлопа Engine Vox обязательно обращайтесь в ProTuning, потому что у нас есть огромный опыт в установке этих систем на абсолютно разные автомобили. Сделаем все, как обычно, в лучшем виде. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии.